السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ النهارده بقى نعمل فيديو انا واخوكم عصام مختلف شويه عن الفتره اللي فاتت. النهارده نقعد مع شباب صغير من سن 17 و18 و19 سنه، نعرف منهم ايه بالنسبه لهم روسيا، يعني ايه بالنسبه لهم لو هم يوافقوا ان هم يتجوزوا اجانب، بعض الدول العربيه اللي يعرفوها، حد فيهم زار مصر ولا لا. النهارده الشباب اللي معانا صغير، فما اعتقدش ان الاجابه بتاعتهم هتكون قويه زي الناس الناضجه. الناس الناضجه دي طبعا بتكون ناس كبيره وعندها عقليه مختلفه، علشان كده بس حبيت اخلي الفيديو مع شباب صغير بحيث ان احنا نبقى عارفين العقليه بتاعتنا وبتاعتهم ماشيه ازاي. شوف اراء الشباب والبنات الصغيره، بيصرفوا كام في الشهر؟ محتاجين فلوس قد ايه في الشهر؟ يعني وجهه نظر ليهم، هيتجوزوا شاب عربي ولا يرفضوا؟ ان شاء الله الفيديو دوت هو يوضح من بعض المجموعه اللي احنا مستنيينها النهارده ان هم يشرحوا لنا كل حاجه. من يزغو دايما من يوشن بريادنا. سونيا. ليرا. كريستينا. كريستينا. Это Миша, мой молодой человек. Ага. С Новым годом вам. Как вы отметили Новый год? Хорошо. С друзьями. С семьей сидели, потом с друзьями. А как у вас традиция вообще идет? Мы всегда все с семьей сначала отмечают, а потом... До ура. Да. У нас готовят стол. Ага. Большой. Оливье. Определенные салаты, да, у нас есть там оливье. Ну, какие-то, в общем, специальные новогодние шубы. Шубы, да, мандарины. Ага. Мандарины, да. Обязательно. Шампанское. И мы смотрим 12 часов. Мы ждем боя курантов в Москве. И у нас говорит Путин речь. Это обязательно. Мы смотрим речь Путина. Да. Всей семьей молча. Он говорит, какой фиговый год был, опять. Мы стоим с бокалом шампанских, слушаем, ждем боя куранты и под куранты загадываем желание. И с Новым годом. Да. Вы были где-нибудь в арабских странах? А, да, я была в Египте. Где именно в Египте? Я не знаю, в пятизвездочном отеле. Ага. Вы нравится, не нравится? Да, там дайвинг крутой. Дайвинг крутой? Да. А вы были в Египте там или в арабских странах? Я тоже. Хотели бы побывать там в арабских странах? Да. Именно где? Египет, конечно. Египет. Потому что туда ездят. Где тепло. Да, тепло. Да, если бы он не заставлял меня принимать его веру. Не, в общем, свобода между вами. Ну, короче, не знаю, зависит от человека. Зови Ира. Я тоже так считаю. Чисто пообщаться с человеком, понравится туда. Я бы не смотрела на национальность. Да, я бы не смотрела. Значит, национальность не имеет? Мне нет. А вы? Для меня национальность тоже не играет роли. Главное, какой человек. Внешность и национальность я бы не особо хотела. Ну, если девушка так хочет, чтобы выражалась любовь, то да. Подарки? Ней, через подарки бывает, да. Ну, это просто приятно, это не обязательно. И что от него сделать вообще? От будущего мужа? Я жду... Я не знаю, понимание. Ну, давайте, ну, я бы вот хотела бы, чтобы мой молодой человек и я, у нас были... Одинаковые, как бы, ну не одинаковые прям, но близкие взгляды на будущую жизнь. Ага. То есть одинаковые, может, интересы какие-то, не полностью. Ага. Мы не должны быть полностью одинаковые, потому что если мы будем вместе одинаковые, то да, будет скучно. Скучно, да, будет. То есть но что-то должно быть, что нас вместе скрепляет какой-то, не знаю, там, например, по выходным выбираться там, на коньках ходить, покататься. Ага. Ну, что-то общее должно быть, чтобы нас скрепляло. Общая цель, которая ведет к чему-то вас двоих. Общее, да, увлечение, может, какое-то. Не все, но одно что-то хотя бы. Ага. Как я сказала, план на будущее, чтобы вот то же самое, чтобы детей мы вместе любили, либо же не любили. То есть, если он любит детей, а я не люблю, я не хочу в будущем заводить, он хочет, то нам, как бы, может, сейчас мы будем вместе хорошо жить, а когда вот в будущем вот придет это время, когда он захочет ребенка, а я скажу, нет, я не хочу, а мы столько времени вместе прожим. Вы должны найти общий. Да, общий компромисс. Вот у нас должно быть вот это вот. Что вы считаете, арабские мужчины красиво или нет? Красиво.
Знаешь, у нас многие девушки прям балдеют именно от фильмов с арабскими мужчинами. Это вообще просто арабские. Значит, мы красивые? Очень, да. А что именно от фильмов? Нет, на самом деле все зависит от вкуса девушки. У нашей девушки отдельно. Ну, типа, некоторые... Наверное, харизма больше нравится. Вот, кстати, да, харизма. Да-да-да. Вот эта вот энергия солнца. Значит, любая девушка готова выходить замуж за египтянина. Нет, ну, я говорю, опять же, зависит от девушки, от ее вкуса. Ну, да. На вкус и цвет. Да. А вот ведь три девушки сегодня не против. Или кто-то из вас против, например. Да нет, вообще, типа, главное, чтобы человек был хорош. Для меня больше важна внутренняя составляющая. Ну, главное, внутренняя составляющая, правильно, да. А где бы хотели попробовать жить? Кроме России. В любом. Да. Ой, нет, не в любом, не в любом. Но в России я бы точно больше не хотела жить. Ой, мне телефон звонит. Я бы хотела остаться просто в России. В России. А Софи. Можешь зайти сюда? Я бы хотела путешествовать, пока не умру. Да. Нет, я просто на каком-нибудь случае. Работу. Мне бы очень хотелось вообще путешествовать, посмотреть многие страны, города, но не всю жизнь. Ага. Но жить вот где-нибудь в будущем я бы хотела в более спокойной стране. В России точно нет. Ну, мне больше здесь может сменить. Нет, Россия мне нравится государство. Ой, власть. Да, вот. Если власть сменится, то, в принципе, меня Россия устраивает. Но... Вы женились на иностранца? Да. А он тебя, например, там пригласил, поехал жить в Европу. В принципе. Смотря куда еще едут. Смотря куда. Ну, в Швеции, например. Ну, надо посмотреть. Готовы ли вы приехать с Россией вообще? Ну, значит, ты готова отказывать от это, российского гражданства? Да. Готова, Соня? Наверное, да. Смотря ради кого. Ну, он, вот я тебе говорю, ради твоей любимой мужчины. Ну, ладно, да, конечно, блин. Я бы куда угодно уехала, только не Россия. А вы? Возможность, то я бы лучше осталась в России. В России. Да, но если там прям любовь сильная очень, то я бы за ним, наверное, поехала. Но я бы его постаралась договорить. На данный промежуток времени уж точно нет. Да. Так, на самом деле, если смотреть дальнейшие планы, ага, то вероятнее всего я бы, скорее всего, предпочел бы, наверное, остаться здесь. Потому что люди мне нравятся здесь. Не хочешь жениться на арабской девушке? Да, а если бы не было девушка у тебя? Да, ну я по-любому, скорее всего, предпочел бы русскую женщину. Арабской девушке? Да. Ну, на иностранцам вообще. Ну, я смотрел много видеороликов, читал много статей насчет того, ну, насчет сравнения конкретно русских женщин с другими. И... Например, я бы предпочел на самом деле есть какую-то домашнюю еду, нежели чем заказную. Насколько я знаю, многие иностранные женщины предпочитают готовки все-таки какую-то заказную тему. Дальше я считаю, что русские женщины симпатичнее, чем иностранные девушки. Ребят. Ребята, подскажите, пожалуйста, сколько вы тратите деньги в месяц, чтобы хватает на жизнь? Ну, как сейчас, вот да, мы вообще, живем да? с родителями, да? Все ага. Да. И сложно так посчитать. Да, потому что нам не надо платить коммуналки, нам надо продукты покупать. То есть нам чисто за свои развлечения. Ну, примерно 4 хвоста, наверное. 4 тысячи? Ну, грубо говоря, это $100. Да. $100. Я тоже ну, вот я понимаю, поэтому я спрашиваю, сколько там? Не знаю, курс, не курс, но сколько там, примерно? Примерно столько. Ну, $100 в месяц. А девочки? Ну, конечно, девочки ну, больше. В идеале. Не меньше 10, да, точно. Ну, потому что вы девочки. У меня бы 1004 в месяц. Как бы. Жесть, я такая мажорка. Желательно. Но это прям хорошая жизнь. $120. Да, ну это будет прям хорошая жизнь. $120. И я? Ну, 1010 только. Ну, где-то тоже, $120. Софья. Я тоже думаю, не меньше 10 тысяч. Ну, это в идеале. Нет, в идеале там без границ. В идеале, конечно. Надо считать, что еще родители. Это самый минимум. Коммунальные условия. И много чего покупают у нас. Ага. А для вас важнее любви или богатый мужчина? Любовь. Конечно, любовь. Любовь. А для вот для мальчики. Любовь. Понимаешь, что твой муж устал после работы, там ему тяжело везде. Как ты будешь себя вести вот вообще вот?
как мы были здесь, да. Мой муж пришел после работы. Да, очень устал. Ну, это, опять же, это тоже зависит от характера женщины. Да. Не, вот я говорю о личной сейчас, вот вы. Я? Да. Ну, я так устроена, что у меня и мама так со своим мужем, ага. И я, смотря, я очень позаботилась. То есть, у меня придет муж, у меня будет готова еда. Ага. У меня будет чисто в квартире, потому что я сама человек такой. Угу. Я люблю чистоту. Вот, и ну, я буду заботиться о муже своем. Соня. Ты умеешь готовить вообще? Серьезно, в общем, ну как-то. Да, я люблю готовить. Я бы приготовила. Для себя в первую очередь, но потом для него. Ну, это есть. Нет, я бы позаботилась. Позаботилась? Ну да, если бы я видела, что отдачу. Смотрю, что ему нужно. Либо общение, либо наоборот спокойствие, уединение. Если наоборот хочет побыть один. Да, либо один, либо один. А что вы делаете? Какая реакция, если, например, ты звонишь сейчас своим родителям и скажешь, что я познакомлюсь с иностранцем? Смотря сколько им лет. Ну, они ровесник, к примеру. Думаю, что они заинтересованы. И, скорее всего, скажут, жениться на нем и уезжать в его страну. Не, я серьезно говорю. Моих родителей как бы не отреагировали, скорее всего. Так это спокойно отреагировали? Да, спокойно. А у вас? Мама бы спокойная, но вот у меня папа такой. Навряд ли он. Не, я знаю, что девушка для Греции, она очень дорогая. Они не толерантны прям совсем. Ну, понятно, но... Я думаю, они примут мой выбор. Они приняли бы. Примут? Да. А Софья? Ну, они бы хотели сначала познакомиться. Ну, это обязательно. Ну, конечно, если у тебя будет молодой человек, неважно, с какой стороны, он обязательно должен. Да. Но потом, ну, они бы не лезли в отношения. Мама точно, папа тоже. Ну, если у тебя есть проблема с твоим молодым человеком, ты будешь разделить это с твоим родителем? Не знаю. Как, в общем, вы считаете, вот, вы с нами, русского народа, расистом или нет? Русские? Да. Наше поколение нет. Филиппа-паха. Вот, например, вы говорите Мухаммад, да? Мухаммад. Вот. Это вообще самое популярное имя. На арабском Мухаммад, да? На русском? Да. Такой котик. Да? Да. Вы говорите «х», а мы говорим «ха». Ну, почти то же самое. Нет. Вот смотри, у нас «ха». 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 «Гим». И «жим». Как брат я, да. Вот и такие у нас. Вот мы не говорим «Мухаммад», «Мухаммад». Ахмед. Видишь? Ахмед. А я говорю Ахмед. Вот, и говорит Мухаммад. Ну, нам проще. Мы как-то под свой язык перестроили. Во, потому что у вас нет вот буквы именно как по-арабски «ха». Это только у арабов. Скажи так, буква. Да, да, да. Да. Не, говори «да». Да. Да. Не, «да». Да. 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 Фини, Мадинец. Вот, на русском, да? На русском начал писать. Я вижу, что начал слева направо писать. Дальше. Добро пожаловать в Россию, сказал. А сам ты любишь Россию? Конечно. Любишь русский народ? Говори честно. Аллах. Аллах. Спасибо. Спасибо. Шукран алейкум. Шукран, что вы смотрели видео. Салам алейкум. Увидимся в следующем видео.